явки на 20:00. Уважаемые коллеги, информация о ходе голосования по состоянию на 20 часов. По территориальной избирательной комиссии города Цхинвал 66,6%. По территориальной избирательной комиссии Цинвальского района 61,5%. По территориальной избирательной комиссии Дзаусского района 73,1%. По территориальной избирательной комиссии города Квайса 76,1%. По территориальной избирательной комиссии Знаурского района 79,2%. По территориальной избирательной комиссии Лениногорского района 73,2%. Общий процент по Республике Южная Осетия, принявших участие в голосовании по выборам президента, повторному голосованию по выборам президента Республики Южная Осетия на 20 часов составляет 68,2%. Это без учета участков за пределами Республики Южная Осетия.